Сколько песен о маме пропето, сколько сказано в разных стихах. Наши мамы в поэмах воспеты, и в есенинских грустных строках. В них и боль, и печаль расставания, ожидание, любовь и тоска. Слово первое, нежное, мама, от рождения с нами всегда. Я поднимаю этот тост за наших нежных матерей, за их всевышнюю любовь. Нет ничего ее сильней. Нет ничего ее сильней. Я твой взгляд никогда не забуду, сколько в нем доброты и тепла. А ведь смотреть может так только мама, лишь у ней этот взгляд и глаза. Не обещай вечного мая. Все, что ты мне можешь сказать, я уже знаю. Просто останься со мною сегодня. Не обещай, не обещай вечного мая. Все, что ты мне можешь сказать, я уже знаю. Просто останься со мною сегодня. Александр Дьяченко с песней «Не обещай». Финалист конкурса «Колено красное» также награждается почетным дипломом и цветами. Есть у вас что сказать, Александр? Большое всем спасибо. Огромное спасибо. Ты прав страшно? Конечно. А я откуда знаю, как вы будете выходить? Лен, как у тебя настроение? Ну, а Лена в конце, да? Да? Ты же говорил, вам обещали по 100 грамм, нет? Вот обещаешь, не дали. Блин, я бы знал, я бы сам пронес. Но теперь... Сейчас пока в магазин пробегаешь, и фестиваль закончится. Мы дождемся. Да. Вообще-то,
доктором Романовским, что это скорее успокоительная манипуляция. А что, правда, где бриллиантики? Я обязан вам дать бриллиантики. Они не бриллиантики. Обещали бриллиантики, да? Испугались? Да. Так что мы сами своими силами. Вполне удачно. А? Вполне удачно. А у нас там есть, я не беру, теряю, что там осталось, что там. Кстати, почему вы стали сегодня вместе с нами? Мне что-то казалось, что сначала вы были блондинкой, а вы были брюнеткой. Опа, Юрий Владимирович. Это Юрий Владимирович, он, это смотрели эту маленькую Веру, он там отца играл. Ага. Он такой там пьющий был, это на машине ездил. Он еще быстрее, он добрый такой, себе, милиционеров такой. Ну, да, он... Хороший, добрый, постоянный. О! Все, Ларис. Вот. Ну что, давайте вообще с Богом, девчат. Давайте, держитесь. Туда, весь дым. Да подождите. Давайте с Богом, девчат. Я просто походу сниму. Мы Катя, Следующие участники концерта, вернее участницы, выступают дуэтом с песней на слова и музыку Ларисы Шлыковой «Прощай, мой друг». Я приглашаю на сцену Ларису Шлыкову и Елену Маслову, город Челябинск. Я вспоминаю наш прощальный день. Он был такой унылый и дождливый. Ты говорил, что не забудешь, нет. Меня любить ты будешь до могилы. И вот этап пошел на лагеря. От тебя меня все дальше, а по окошку капельки дождя стекают, будто слезы, в них нет фальши. Прощай, мой друг, увидимся не скоро, теперь мне долго боли не видать. За высоким лагерным забором я по тебе, родной мой, буду тосковать. Ну вот и лагерь день на день похож. Все своей меркой измеряют, и только письма те, что ты мне шлешь, от боли и отчаяния спасают. Ты вышел на свободу по весне,
для меня длиннее стали ночи. Ведь ты теперь все реже пишешь мне, и письма твои суше и короче. Прощай, мой друг, увидимся не скоро. Теперь мне долго боли не видать. И за высоким лагерным забором я по тебе, родной мой, буду тосковать. Ну что ж, мой друг, ну что ж, мой друг, увидимся не скоро. Пускай мне долго боли не видать. И за высоким лагерным забором я по тебе, родной мой, буду забывать. Калина Красная, Лариса Шлыкова и Елена Маслова также награждаются почетными дипломами и цветами. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое огромное за все. Еще раз поаплодируем. Замечательный дуэт. Хотелось бы выразить вам огромную благодарность. Меня больше не снимают. То, что это, так сказать, своего рода, все равно внимание, Свете, считаю, все дни с нами, все снимают, все видно, так сказать. К нам уже это нормально. Грустно. А что касаемо конкурса, все на должное, все прямо. То есть конкурс сам по себе уникален в том, что мы лучше всегда за забором, не имеющие права на голос. Этот голос получил. И это во многом в хорошем смысле. Я готов всегда. Хотелось бы еще пожелать мне самому удачи. Ну, понимаете, сейчас, возможно, я даже где-то и противоречу, да, себе. То есть, что же ты, если ты такой серьезный, что же ты полез, ну, в этот арестантский конкурс, да, и так далее, и так далее. Да я это сделал для себя, потому что постоянно приходится доказывать, и себе в том числе, то, что ты не верблюд, постоянно приходится на какой-то, не то чтобы на конкурсное построение, именно двигаться, а именно опять же мы возвращаемся к хип-хопу. Опять мы двигаемся, все для себя, для окружающих, то, что я еще на что-то способен, то, что у них не пролезло посадить меня, то есть конкретно задушить мое рвение, мое отношение именно к этому. Благо еще то, что в лагере дают возможность, идут навстречу, то, что дают заниматься, в чем-то развиваться. Если бы, конечно, попал куда-нибудь в другое место, возможно, даже и не встретились бы никогда как. Но это благо, то, что сейчас и цивилизация, и администрация нормальная. Не так, как раньше. Вот. Но хочу все-таки для себя пожелать именно такого движения нормального. В том плане, то, что хочу стать просто нормальным певцом, понимаете? Именно таким достойным исполнителем. Осень – золотая пора. Для музыкантов и поэтов это прекрасное время творчества. Для участников конкурса «Калина Красная» нынешняя осень стала временем надежды и веры. Временем, когда можно смело подумать о будущем.
И еще один участник конкурса сейчас появится на этой сцене. Автор, исполнитель Андрей Ковряков со своей песней «Желтые листья». Встречайте! Сейчас здесь находится в зале. Спасибо. Арестантская песня на самом деле, насколько я понял, сейчас на стадии старения, даже еще чуть-чуть и будет умирание. Почему? Потому что общение в лагерях стало меньше именно творческого общения. Скажем, если раньше, слушая стариков, руки за спиной вытаскивают. Узнаешь то, что как-то люди собирались между собой на гитарах, на баянах, все это как-то было. То есть в отрядах. Я не беру культмассовую секцию. Это всех интересовало, говорю, чуть-чуть. Я сейчас острый сюжет. Дальше мы нарушим. Предпочтение отдаю больше старым песням. Именно вот таким, как Ванинский порт, именно таким, как из Колымского «Белого ада» Юза Олешковского. Именно старой арестантской песни. Почему? Потому что
на данном этапе вообще нашей российской вот этой постановы, то есть, ну, шансона, единицы, кто может остро отразить, передать внутреннее состояние человека. Именно остро передать постанову нашу лагерную. А вот эти песни типа «Локалка», «Закалка», «Воля да неволя», понимаете, это какой-то дичь, это какой-то блеф просто «Сивой кобылы» под Новый год, понимаете. В музыкальном плане также, то есть в исполнительском плане также. Очень мало достойных исполнителей именно и в музыкальном плане только оформляют. Единицы. Пусть я не такой уж и серьезный перец, так скажем, и мое мнение даже и не обязательно, да, вы слушаете, но раз взяли слушать, то слушайте. Вот на мой взгляд вообще основные лесоповал, круг, медианик, то есть кто действительно заслуживает должного уважения и понимания. То есть, вот, касаемо Володи Волжского. Так уж получилось, что судьба свела нас на Централе, на Матросской тишине. Приятно обнаружил для себя талантливого человека. Текст, музыкальность, все это присутствует. Все это нормально. Я надеюсь, у него вообще будет все хорошо. Именно в шансоне, именно в этом течении, потому что это конкретно его. Следующий исполнитель написал уже немало песен. Некоторые из них наверняка вам знакомы. Он записал несколько альбомов и сегодня принимает участие в нашем концерте. Встречайте! Владимир Волжский, Республика Чувашия, песня «Белые ночи пермских лагерей». Эта песня вошла в серию пятизвездочного шансона компании «Русский стиль». Встречайте, Владимир Волжский! На приколе, хоть убей, не могу я уснуть, летая на волю. Тянут мысли назойливо в путь, словно белые птицы. Отдалели меня, не хватило и меня. Ночь в глаза мне смеется, белым светом маня. Семилетку вторую я тяну от звонка до звонка, знать в угоду кому-то. Нефартовая цифра моя, а мне бы снова родиться. Да не хочется что-то по правде сказать, да чтоб опять возвратиться, да все с нуля начинать. Белые ночи пермских лагерей, белые ночи пермских лагерей, белые ночи мне напомнили сейчас, как целовала ты меня последний раз в Петербург. Все наши мечты, а между нами напрочь разведенные мосты. Я друзей не меняю, но давно променяли меня, как еловая ветка. Обломилась удача моя, что со мной происходит. Я гоню с понтом, это вообще не со мной. Всюду зоны, да шмоны, да снова хмурый конвой. Уже дерзкая ветка
по утрам нарядилась доской, лес трещит от мороза. И опять соликами зимой я мне на время забыться. Дверь в прошлую жизнь хоть на миг отвори, снять на Невском девицу, да обо всем позабыть. Белые ночи пермских лагерей, белые ночи пермских лагерей, все прожитые годы для меня не бочонок пустой, жизнь напрягом тащила, как тягач по лежневке зимой, а когда не фартило, я во встречах искал свой наивный покой, а судьба мне рамсила снова свой приговор. Летний день на исходе, а мне опять не уснуть до утра, ночи белые в зоне, и от них не сбежать никуда, раз уж было, то было. Я этапом на лебедь ушел из крестов, чтоб опять возвратиться в мой Питер вечных мостов. Белые ночи пермских лагерей, белые ночи пермских лагерей, белые ночи мне напомнили сейчас, как целовал от меня в последний раз и Петербург, все наши мечты. А между нами напрочь разведенные мосты. Почетный диплом, калинокрасные цветы. И если есть у вас что-то сказать, вы можете это сказать. Спасибо большое. Сегодня для меня необычный день, поскольку эта песня прозвучала вот, в присутствии аудитории впервые. Поэтому я сейчас уверен, что эту песню услышит не только Москва, но и также Петербург, поскольку она написана петербургским языком и, конечно же, жителям этого города. Спасибо большое. Спасибо вам, Владимир. Золоточек в учебе в укреплого. Я взорву этот пятак. Я что за тобой ухаживаешь? Просто я считаю, что... Оба-на. Как у нас настроение? Бодрое, Руслан? Да нормально. Ничего не слышу. Что-то нас вообще в большей части и игнорируют с этим вниманием. Может, кто-то из них. Ну, что-то мы вообще без информации сидим. Да и нас устраивает. Я говорил то, что это был приятно, удивлен, скажем, я вам... В 96-м году песню записал «Королева Снежная». Тут в хате сидим, оказывается, ее в ухо волосы не написал. Я вообще посадок не был. Я аж и не понял. Я растерялся настолько, что я даже не знал, как реагировать на это. То есть я был в полной уверенности, что дворовая песня, автор неизвестен. То есть и тут мне в хате говорит человек, то есть вот это моя песня, туда-сюда. Я так посидел, так говорю, ну спасибо, конечно, это все. Говорю, не петь-то ее можно теперь.
авторские права. Да, чуть-чуть я в замешательстве, потому что делал дворовые песни. Почему? Потому что в коммерческом плане они легче всего. Во-первых, они на слуху уже в народе. То есть, если их правильно перепеть, то есть в хорошей аранжировке, именно с мясом, с таким, чтобы саунд был ровный, чтобы все, они канают на самом деле очень даже здорово. Ничего то, что Феня поставил. Не, нормально. Нормально, да? Нет, просто три года в этой системе, сами понимаете, язык уже стал скудным, то есть оборотов или ничего. С каждым днем все меньше и меньше. Ну, ладно, давай. Пошел, вот, ну, давай, я цел, Богом. Благословите, Господь. Давай, давай, Руслан. Да, время. Давай. Я. Сейчас. Хорошая песня становится народным достоянием. Песня «Зимний вечер» именно такая. А исполнит ее Руслан Ануфриев из Челябинска. Встречайте! Из Челябинска с казанским теплом я...
Руслан Алуфриев, «Не уходи», с песней «Зимний вечер». Финалист конкурса «Калина Красная» награждается почетным дипломом и цветами. Есть что сказать? Спасибо большое! Я первый раз в столице, и мне очень приятно петь на этой сцене. На самом деле, я очень сильно рад всему этому обстоятельству. Спасибо всем, кто в меня верил. Спасибо! Опа! Да. Чё-то мельтешил я много. Ну, держи. Отлично! Слышали, что творил в зале? Да. Спасибо. Я в зал слышал. Так-то нормально вроде все, но мельтешил я что-то, да, Сергей Владимирович? Нет, это красиво. Все очень красиво. Нормально. Мягко хоть, нет? А ты что-то размазал там. Да, ну покажи телевизор какой. Что-то мне не понравилось, если быть честным. Так. Старался, конечно. Что-то в оконцове что-то давай, там что-то это. Что-то какие-то размазня одним словом. Видимо, сказывается. Годы проведенные в изоляции. Проведенные. То есть так, наверное, было бы все по-другому. Более четко, более дисциплинированно где-то. В вокальном плане более верно отстроено. Смотрите, что. Оценили меня на авось. Мама, бедная моя, да? Ну она уж столько съездилась. И на тюрьму, и в лагерь. И, собственно, подарить-то ей вот. Что я мог ей подарить? Шкатулку там? Какую-нибудь картинку. А сейчас ну реально так. Ей это вообще сильно понравится. У меня мама замечательная женщина. Больше жизни ее люблю. А ты вот, так далеко. Телевизор маленький, здорово, да? Я тоже так считаю, нормально. Ну вроде нормально, да, если делать. Матушка порадует. Нет, война. Не буду, не буду. Кстати. Хочу сказать вот что. Может кто-то это и не поймет. Но я скажу так, мне очень приятно, что со мной именно в сопровождении на командировке именно мой непосредственный гражданин начальник. Сергей Владимирович Кахатьев. Мне это намного приятнее. Было бы, наверное, намного хуже, если бы он приехал из воспитотдела, там что-то такое. Ну, вы понимаете, то есть никого не хотел обидеть. А сам факт, то, что со мной едет зампобор. Это отношение называется. Спасибо, Сергей Владимирович, вы поддержали меня как надо. Души не вижу. Игорь. Алло, привет! Цветы так непривычно. Ну завтра. Дороже. Так отвык от цветов почему-то. От чего? От чего? От запаха цветов отвык. Ну в лагере есть, конечно, клумбы, но там гвоздик нет. А какие-то цветы, я не помню их название, что-то странное. Интересно. Они без запаха, кажется. Растут. Вот, а это гвоздики приятно. Наш конкурс продолжает автор-исполнитель из Рязанской области Хайдар Демкин с песней «Две звезды». Я рад приветствовать сегодня всех находящихся здесь, немного необычно, не как всегда. Я приветствую вас любовью Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. И единственная просьба не аплодировать мне, а воздать славу Господу словами «Аллилуйя». Ярким небесным светом, как две живой звезды, просьбе к Христу ответом стали мне две сестры, две звезды. Путь мой земной осветят две сестры, согреют лучом любви две звезды.
не угаснуть Христовым светом. Две сестры не изменят своей любви. Долго молился Богу дать мне подругу дней. Бог усмотрел намного лучше мечты моей. Две звезды путь мой земной осветят. Две сестры согреют лучом любви. Две звезды не угаснут Христовым светом. Две сестры не изменят своей любви. Дочь и вдову по вере вел в мою жизнь Христос, чтоб мог любить и верить в море счастливых слез. Две звезды путь мой земной осветят. Две сестры согреют лучом любви. Две звезды не угаснут Христовым светом. Две сестры не изменят своей любви. Это любовь от Бога, преданность от Христа. И не страшна дорога, если идти любя. Две звезды путь мой земной осветят. Две сестры согреют лучом любви. Две звезды не угаснут Христовым светом. Две сестры не изменят своей любви. Две сестры не изменят своей любви. Аминь. Хайдар Демкин с песней «Две звезды». И также вы награждаетесь почетным дипломом и цветами. Аплодисменты, пожалуйста. Благодарю. Благословит вас Господь. Спасибо большое. Шукшин назвал «Калиной красной» свой фильм о раненой душе. О нас, о судьбах наших разных, сломавшихся на вираже. Мы песни, спетые сердцами, «Калиной красной» узовем. Пусть эти песни будут с вами, мы их с надеждой поем. Ведь мы вернемся и обнимем своих любимых матерей, и на руки детей подымем, лишь бы вернуться поскорей. Звучат мелодии простые, грустны и горестны слова. И дал бы Бог, чтоб у моей России калина красная всегда была жива. Игорь Погорелов из Липецкой области исполнит песню собственного сочинения, которая называется «Поселок Еринга». Гудок пронзительный, как острый бритвы по сердцу. Чая не хотите ли? Спасибо, пока не хочется. Синяя форма строгая не скроет натуру нежную. И еду домой дорогою северною, железною. Думать хватает времени,
И если вокруг стеной тайга, годы на дальнем севере, Коми, поселок Яринга, выбрался раньше срока я. Северною, железною. Что имел, потеряно, но возвращаться мне пора. Знать бы, к какому берегу лодку мою прибьют ветра. Встречусь ли у порога я с той, что была невестою, и еду домой дорогою северною, железною. Встречусь ли у порога я с той, что была небесною, еду домой дорогою северною, железною. Тонкий гудок пронзительный, как острый бритвой по сердцу. Чая не хотите ли? Спасибо, пока не хочется. Синяя форма строгая не скроет натуру нежную. Дорогою северною, железною. Синяя форма строгая не скроет натуру нежную. И еду домой дорогою северною, железною. Горелов, финалист конкурса «Калина Красная». Аплодисменты. Бурные. Также награждается почетным дипломом «Калина Красная» и цветами. Спасибо большое. Все так просто, как вам кажется. Народ требует Игоря Погорелова на бис, на поклон. Извините, необычный концерт, необычные артисты. Это кто, здесь Балаша? Да. А ветка мимоза, да? Не спала. Нет. Сейчас я. Андрюха, много не ешь. Я не ем вообще. Вообще не перед концертом нельзя, если в каком случае. Применю. А никто не ест. Правильно, понял, Алексей. Пошли. Да, да, да. Где Погорел? Где герой сегодняшний? На бис, а меня назад не вывели, ёпта. Там на бис, там бис, бис, давай еще. Но у нас же у нас нет песен, на бис кормились, что? Нет. Там все эти. Вова, спал. Это негде, с вами слушай. Я видел, что Саша. Чуть-чуть негде. Бегай. Сначала лошанулся вначале. Нет. Тогда на его. Просто чуть-чуть. Я расплелся, ты под колено. Не в этом дело, там она с, на это, с накатом, да, с да, да. Нет, она идет как? Сначала идет как разговорная речь. Забурлит?
Да, ну у тебя слышали такие. Ну, Слав прибежал, почему этого назад не выйдет? Смотри, на это просит его опять на сцену. Ну, пожалуйста. Какой вечер? На сцену просто показать ее. Не, ну это знаешь что? Я тебе скажу. Это говорит о том, братан, что мы состоялись. Держи. Да. Там этот друг наш, этот Ромка стоит. Говорит, сделай так. Им ты, говорит, легко с воли бить. А ты, говорит, сделай слайд. Подошел, как молодец. Как Ромка? Ну, Ромка, здоровый такой, который освободился. Благодарствующий, быстро. А, это быстро вас освободили? Да, он, короче, подошел, говорит, Игорек, молодец. Удерет нос. Я говорю, разговор такой. Молодец. Коленки трясли? Нет. Да какие коленки? Дело за нами, короче. Он нормально все. Он уже профессионал, что ему, да? А что вспомни? По два часа концерт. Посмотри. Ну, есть там, да? Смотри. Что тебе вручить? Телевизор? Телевизор. Всем. Это само требовали тебя на бис. Да мы с ним уезжаем. Еще раз спросили. Да, там люди хлопают, бис, давай еще его. А что, где позиционер? Там конвой. Кать, все, Кать, нас будет, найдем. Искали время. Давай, ребят, снимай. Вот такие, давай. Давай, 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 коллеги. Не самому да, интересно. Иван Ильич, я первый с российской конкурсии, я сожжу его мясо. Класс. Еще раз, молодец, класс, я рад за тебя. А это телевизор, похоже, да? Да. Точно, телевизор. Вот он, нормально. Вообще, это же новое изображение. Это только тебе, всем же? Всем. Всем телевизор. А сколько тебе донат? А я не знаю точно. Смотри, все честно. А. Я скажу. Здорово, Игорь Иванович, молодец. Спасибо. 37. Как вы уже успели заметить, большая часть конкурсантов исполняет свои авторские песни. И как знать? Может быть, в ближайшем будущем кто-нибудь из участников сегодняшнего концерта засияет новой звездой на небосклоне отечественной эстрады. А пока мы продолжаем наш концерт песней «Королева». Поет автор Елена Беляева, Челябинская область. Встречайте. Потому что мечты все давно в облаках отвитали. И в ледышку сердечко твое превратилось от скорби. Взяв снегу на плацу, ты стоишь в одиночестве гордом. А вокруг ни души, ни зверька, даже ни человечка. И кольнула ледышку твою там, где было сердечко. Ты одна одинешенька в мире холодном осталась. Отгуляв Новый год по локалкам, толпа разбежалась. Но ведь это должно быть, подруженька милая, классно. Ты одна на плацу, а у ног белоснежное царство. Я уж точно принцессой себя возомнила не меньше. Умоляю, побудь королевой за всех наших женщин. Жаль, не видишь себя ты сейчас, нет ведь зеркала рядом. Никакие модели таким не блистали нарядом. Улыбнись поскорей, королева грустит не пристала. Улыбнись, оглянись, посмотри, как волшебно все стало. Хлопья белого снега искрятся воистину классно. Значит, в жизни-то нашей с тобой все не так уж и грязно. Распаленные души снежинки немного остудят. Все плохое уйдет, а хорошее все еще будет. Пусть вокруг ни души, ни зверька, даже ни человечка. Пусть бушлат на тебе, и ты
ты просто российская зычка. Но танцуют снежинки, вальсируя справа налево. Ты сегодня одна в этой белой ночи королева. Но танцуют снежинки, вальсируя справа налево. Ты сегодня одна в этой белой ночи королева. 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 Елена Беляева с песней «Королева». Финалистка конкурса «Калина Красная». Начинаем, в общем, как, смотрите, Саша. Начинаем. Вот, первый куплет я пою. Конец концерта. Вот я выхожу, начинаю. Первый куплет, второй куплет он поет. Третий куплет волгоградский. А припев все вместе поем. Ну, финал там. Конец. Вот. Ну, чего, дело в том, что... Славу вот только прямо вот сейчас дал. И вот один раз спел. То есть напел. Мы сразу сейчас... И мы вот тут один момент меня интересует. Калина красная, да, посмотри, морозом вызрела, посмотри, к земле вот здесь, достать рукой или склонился у тебя? Склонилась. Да? Склонилась. Земле склонилась, да, склонилась. Не склонилась, а вот так смотри, калина красная, морозом вызрела, да, смотри, к земле склонилась, достать рукой, по-моему, вот так. К земле склонилась, достать рукой. Нет. К земле склонилась, достать рукой, вот так он ее, по-моему. Да? Вот, я же на О сделай ударение себе ручкой так, тихо. Ударение же делаешь, нет, тихо, что ты за О? Да. На И. А, фу ты, на О говорю. На И. Смотри, теперь сейчас. Речка от стужи укрылась, кромкая льда. А, это в этой песне? Да. Станут короче прощальные дни. Сердце зима постучит, словно беда. Мы же с тобой... В целом мире одни, в целом мире одни. Калина красная морозом вызрела, земле склонилась достать рукой. Калина красная, дорога выпала, разлука долгая для нас с тобой. Сиди. Разлука долгая для нас с тобой. Земле склонилась я достать нет. рукой. Нет. Калина красная. Подожди, смотри, давай. Дорога выпала. Давай вместе. Разлука долгая для нас с тобой. Давай. Калина красная морозом вызрела. Земле склонилась я достать рукой. Калина красная, дорога выпала. Разлука долгая для нас с тобой. Ветер последний листья все унесет, станет на сердце опять холоднее. Ничего ты знаешь? Ветер последний листья все унесет, станет на сердце опять холоднее. А запоздалая осень в небе найдет даль летающих лишь журавлей. Речка от стужи укрылась кромкою льда. Станут короче прощальные дни. В сердце зима постучится, словно беда. Мы же с тобой в целом мире одни, в целом мире одни. Калина красная морозом вызрела, к зиме склонилась достать рукой. Калина красная, дорога выпала, разлука долгая для нас с тобой. Разлука долгая для нас с тобой. Это, слушай, вот и все. Ты пойми и прости меня, Родина-мать, я ведь сын твой. Должны мы друг друга понять. Знаю, понял давно, как калина горчит. Заблудилась душа,
все болит и болит. Я вернусь, только ты помоги мне чуть-чуть. Я ведь сын твой, Россия. Прошу, не забудь. Уважаемые зрители, наступил тот момент, когда мы с удовольствием приглашаем на сцену организаторов конкурса, заместителя начальника управления ГУИНа Полозюк Виталия Леонидовича, исполнительного директора попечительного совета УИС Бориса Алексеевича Сушкова, члена правления попечительского совета Сапко Вячеслава Васильевича и председателя оргкомитета конкурса Калина Красная, генерального продюсера компании «Союз Продакшн», а также поэта и композитора Вячеслава Клименкова. Я хочу сказать спасибо вот этим людям, которые стоят на этой сцене, всем, кто сидит в зале, всем тем, кто помогал и благодаря кому состоялось это мероприятие. Огромное всем вам спасибо. Моему учителю жизни, Павлу Васильевичу Радченко, поклон низкий. Ветер последние листья все унесет, станет на сердце опять холоднее. А запоздалая осень в небе найдет улетающий клин журавлей. Речка от стужи укрылась кромкой льда. Будут короче прощальные дни. С душу зима постучится, словно беда. Мы же с тобой в целом мире одни. Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась, а достать рукой. Калина красная дорога выбрала, разлука долгая для нас с тобой. Разлука долгая для нас с тобой. Тускло лампада мерцает в преобразах. Пламя надежды засветится вновь. Снегом разлука растает в наших глазах, но никогда не растает любовь, не растает любовь. Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась, а достать рукой. Калина красная дорога выбрала, разлука долгая для нас с тобой. Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась, а достать рукой. Калина красная дорога выбрала, разлука долгая для нас с тобой. Разлука долгая для нас с тобой. Дай Бог всем счастья и здоровья. Спасибо, мы вас любим. Спасибо, до свидания.